Автобус поперёк поставил, но не зря тебя Косым зовут. Чё? А то утопишь мне паром. Да пошёл ты. Ладно, пойдём. Неужели за границей никто не додумался? Представь себе. Дорогая, ты позволишь, я сделаю презент Зимирову? Да, конечно. Прошу вас. Благодарю, благодарю. Благодарю вас, молодой человек. Так что, выходит, за границей не ведут подобных разработок? Во всяком случае, я ничего подобного не видел. Фантастика. Вот именно. Ведь мы говорим биошоколад. Это же условно. Да-да. Возможно, в будущем он вообще станет единственной пищей. Важно только толково повести дело. А вторая очередь произведет революцию в нашей глухомане. И народ с нами потянется. Наивный вы человек. Что можно сделать с этим народом? Вы посмотрите на их рожи. Ничего. У вас есть ученики, я надеюсь на них. О, Господи. Раньше хоть возле фабрики воняло, теперь здесь все поотравили. Ой, не говорите. Дышать нечем. Так им еще мало, они вторую очередь строят, чтоб все позадохлись. Прекратите! Прекратите болтать ерунду! Думаете, неизвестно, как вы начальству порог обиваете? Смотрите, схлопочете в дурдом. Да уж, у вас везде свои люди. Да ты чего? Не слыхала? Нет. Про шоколадную комнату не слыхала? Шефы кондитерские прохали директора. Стены шоколадные, пол шоколадный. А где она? Где-то в монастыре. Давайте, я прошу вас. Все уехали. Да что вы прете? Осторожно, осторожно. Куда вы прете? Дайте выйти людям. Отойди, посадки не будет. Автобус дальше не пойдет. Ну не пойдет автобус. Володя, осторожно. Ну пахнет. Тинька, осторожно. Пахнет. Пахнет. Скажите, пожалуйста, Приехали строители. Вы не скажете, где школа? Школа? А вот так пройдете за фабрику, вон там школа. Ага. Спасибо. А где тут монастырь? Голубчик, ты что здесь делаешь? Смотрю. А что? Странно. Странно. Чтобы я тебя здесь больше не видел.
Эй, паренек, потолкни. Вот, спасибо. Садись, подвезем. Давай, давай. Не помни коробки. А ничего у вас деревенька? Как в Америке. А ты сам где живешь? В общаге кондитерки. Ну и как там? Ничего. Фазер как получает? Не знаю. Молодец. А вы кого-то боитесь? Я? Боюсь. Напугать кого-нибудь боюсь. А пушка зачем? Охотимся. Да ничего, вы охотнички. Здорово настреляли. А ты зубастый. Чего домой-то не идешь? Что? Зубы болят? Да все в порядке, вот они мои зубы. Весьма рад. Я сегодня 47 зубов вырвал. Детишек жалко. От сладкого всякие глупости в голове. Хорошенькая практикантка к нам сегодня приехала, а? В красном платьице, видала? Хороша-то хороша, пока в подвал к директору не попала. Ты куда? Пошел вон отсюда! Пошел, тебе говорят! Да не трогай ты его, от греха подальше. Квазиморда глотку перегрызет. Достать ты ведро-то, Христа ради, Степан Петрович! Ну куда ты его тащишь? У тебя ведро есть? Одно! Вот и хватит! Иди работай! И поаккуратнее мети, а то на тебя метел не напасется. Хапун! Алло? Александр, поздравляю. Скоро вы станете капиталистом, совладельцем второй очереди кондитерской фабрики. Замечательно. Я так и знал, что это будет. В ближайшее время прибудет шоколадный король заключать контракт на строительство. О, благодарю вас. Такие услуги не забываются. Постарайтесь не ударить в грязь лицом. Не беспокойтесь, примем по-королевски. И еще. Мы едва успели перехватить этого сумасшедшего старика. Грозится мерзавец опубликовать разоблачение на вас. И займите у него красную папку с компроматом. А то доберется до вас до шоколадной комнаты. Всего хорошего.
Почему в лаптях? Вторая обувь. Снять немедленно. Где взял? На школьном дворе нашел. Не ври, мерзавец! На склад залез! Здравствуйте. Здравствуйте. Твои-то как черти скачут. Знаешь? Здравствуйте, Иван, идите к нам, у нас праздник. Здравствуйте, какой праздник? А иностранцы приезжают. А вы будете прыгать в мешках? Да, что тут такого? Да ничего, просто интересно, на что вы способны за конфетку. Ой, как серьезно, да? Контузило. Никитина, подожди меня, ну подожди. Муж – директор нашей школы, а ваш брат – наш главный шеф. Как один, мы все считаем… Обратите внимание, какая это должность. Ведь раскопал же где-то. Знаете, что будет, если эту красную папку увидит прокурор? Опаздываете, Юрий Иванович? На благо всей отчизни мы сплотимся возле вас. Мой класс… Не будет прыгать в мешках. По-моему, он хочет свести меня с ума. Я отказываюсь прыгать и детям запрещу. Да вы понимаете, что вы оскорбляете нас всех? Нас? Базу в лице инженера Вишневского? Ах, оставьте, Тамара Назаровна. С ним разговаривать бесполезно. Голубчик, а что это вы так вспылили, а? Право, непонятно. Детям очень нравится прыгать. А от вас никто рекордов не требует. Конечно, возраст, но посмотрите, Козелко тоже не мальчик, но ничего, попрыгает. Антон Антонович, Тамара Назаровна, они прыгают, а вы почему-то отказываетесь. Даже странно. Хотите чашечку кофе с конфеткой, а? Леночка, будьте любезны. Опять 47 зубов. Коренных только 19. Вот, полюбуйтесь. Убери, ради бога. А? Убери, противная. А где наша практикантка? Прошу. На пенсию? Если угодно. Вижу, Иван, получи конфеты на класс. Здравствуйте. Никиткина, поедемте путанить в Америку, а? Получишь у меня ведь? Ушах подгонят. Ребята, включайте, капитан. Юрий Иванович, идите к нам. Ну что, писавета идет? Хочешь добраться? Ухожу я на пенсию. Как? Ну, живите.
А с скатертью дорожка, господи ты боже. Дурак ты, Свербеев. Ну вот возьми камень и убей одноклассника. Ребят, ну пойдемте проводим ее. Куда? Куда? Света, ну идемте. Звонок не для вас, что ли? Да иди ты со своим звонком. Я не понял. Быстро, 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 вперед на урок. Пошел. Ноги есть, ноги взял, руки вперед. Быстро. Вот так. Микиткина. А ты-то куда? Учиться надоело? Ну-ка, ну вперед на урок, иди грызи гранит науки. Володя, маленький, ну ты чего стоишь? Пошли, 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 хороший. Как малые дети, честное слово. Хватит, посидели под чатами. А мои мысли, мои скакуны, словно искры. На самом деле, ребята, идите. Не надо пропускать урок. Идите. Идите. Иди и ты тоже. Спасибо, Надя, спасибо. Ну что, дождался, турнули. Ребят-то на кого оставишь? На эту мафию. Ты зря здесь стоишь. Здесь нет рыбы, поотравили все. Хочешь, я покажу тебе чистую воду? Пойдем. А правда у вас директор школы украл какую-то красную папку? Правда. А что там было? Документы кое-какие про его миллион, на который он хочет построить вторую очередь фабрики. Да, городишко паршивый. Вор на воре. Запалить бы весь этот бардак. Да было уже все. Было. Сначала у нас были бунты соляные, потом этот сахарный, от которого никак не отплюемся. А теперь что? Шоколадный? Есть одна легенда. Жило-было царство одно, и все там было ладно. Да уселась там на троне царица, на звере багряном, на звере красном, который был исполнен именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И была облечена блудница в порфиру и багряницу, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой ее грехов. И на челе ее написано было имя, тайна Вавилон Великой, мать блудницам и мерзостям земным.
бегает. Ключи же есть. Ну так открой. Открой. Ровнее, ровнее, ровнее. Честь открыть торжественную церемонию дегустации предоставляется нашему долгожданному гостю. Аплодисменты, оркестр. Что ты намазался так? Вы же сами сказали. Не балаган все. Стоп! Круг! Гон! Лучшие из лучших впервые получат возможность попробовать новый продукт наших шефов. Микиткина, старшие классы, ко мне. Быстрее, быстрее, быстрее. Петрова, младший, ко мне. Оркестр, приветствуем. Микиткина, ты свободен. Это дают обычный шоколад. А я пробовал настоящий. Ой, классная штука. А это не тот. Сегодня попробовали они. Завтра это сможет сделать каждый. Но для этого нужно хорошо себя вести, любить своих учителей, любить шефов. И, конечно же, учиться, учиться и учиться. Кто хочет оказаться на их месте? Я! Не слышу. Я! Громче. Я! Теперь я верю, вы будете на их месте. Школа ждет вас. Вперед! Налево марш! Запевай! Уберем на горе вина, ужасните над рекой, над рожой, над весь любимый, и найдешь еще закон. Над рожой, над весь любимый, и найдешь. Что происходит? Замок кто-то испортил. Надо ломать дверь. Нет, нет, не позволю, не позволю. Быстро лестницу. Дожили. Как черти в окно полезем. Смотри. Вот это мерзавцы. Мусора понатолкали, что ли? Ну, какой сейчас урок? А что сейчас будет, а? Не стучать. Прошу. Вежливый мальчик. Молодец. Давай, давай. Ой, 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 держите меня трое. У нас новенький. Представься, кто ты? Червонцев. Червонец. Черек. Полтинник. Рваный. Мелочь. Пожалуйста. Прошу. Ну, Лена. Ой, куда Димо? Огонь. Хватит. Хватит. Ну, прекратите. А ну, хорош! Наше знакомство я хотела бы начать с разговора о прекрасном. Пустите меня, ну я прошу вас, пожалуйста. Простите, пожалуйста, но дверь до сих пор еще заперта. Ребята, у меня не болит уже! Отпустите меня! Придется привязать! Отойди, пожалуйста! Когда тебе зуб рвали, никто не мешал! Пустите меня, пожалуйста, я не хочу! Простите! Пустите меня, я не хочу! Ничего, ничего! Чирик, нравится? Итак, кто мне может сказать, что это за женщина? Господа гусары, молчать! Ты что думаешь? Ой, я? А что тут думать? На физичку на нашу похоже. Физичка-то брюнетка, это блондинка. Веня, теплее еще кто? Богиня! Кто еще? Королева!
Бабулька поехала. Ну, давай, приехала. Вот злодюги, а! Старуху в окно лезть заставляют. Ну, где же это слыхано? Ваня, еда не против Ваня. Бабуля, дай свои слова. А ну, отойди. Отойди, Вера Матвеевна. Ну, все, успокоились. Сели на свои места. Интересно, кто к нам еще влезет? Майк Джексон! Шеф из фабрики! Козел какой-нибудь! Гумано! О! Пятерку прицелили! Пятерку прицелили! Спасибо, спасибо, я учту! Люблю остроумных! А еще каких? Сильных! Так! Талантливых! Так! Умных! Так! Так, способных на безумство. О, вот это все про меня. Я тоже хочу пятерку. Ребята, послушайте, тишина. Ребята, послушайте. Красивая. На шпионку похоже. А правда у вас папа капитан? Слушайте, давайте вернемся к первобытному строю. Зачем? Учительница общая. Замолчи. Чего? Это вам. Что это? Простите. Бабаян говорит, что директор школы строит фабрику на ворованный миллион. Хвостова трепала, что все учителя родственники. Розовая хвалился, что украл 100 рублей. Татьянкина ходит с четырьмя мужиками грустинами. Что это за бред? Квазиморда. Квазиморда просил писать такие записки для вас. Да вы не бойтесь, я все вижу. И ты что же, каждый день собираешься писать такие записки? Это тебе за трудовую доблесть. Я начинаю думать, что вы специально разбрасываете фантики, когда я иду. Тоже мне нашелся король эфиопский. Что ты бубнишь? Что это такое? Вот, дзербау вывешиваю. Как на фронте. 3 часа, и газета готова. Ну-ну-ну. Про дверь что-нибудь узнали? Крутятся версии. Поторопись, дружок. Вы
Как поживает желтая пресса? О, very well. И вам не гадко? Я польщен. Mm-hmm. Я одинок, как Цезарь, как лодка в океане. А вы не боитесь, которая... что вас побьют? Вы знаете, нет. Детям все издания шибко нравится. Да. Тогда я сорву эту паршивую помойку. Надеюсь, это не кровь. Что это? Марганец? Скорее всего, красная кровяная соль. Боже, какой огромный замок! Вы еще только начинаете, дорогая Евдокия Александровна. Мартышка! Бешеная дура! Уродина! Наркоманка! Два козла! Один козел! А ты козел! Я козел! Смотрите, пылесос, ворюга! Да не брал я, это моя куртка! Да вы что, ребята, он не вор! Трясите его, трясите! Это он в раздевалке по карманам шарится! Не успеваете? Вы как в Древнем Риме. А как же? Кнутом и пьяником, да. Точно, пылесос! Наш предок из Сибири. Кончай, хоть морду шкуру снимет! Да вам же в морду плюют. А вы молчите. Чья? Витька, у нас без морды. Спасайся быстрее! Моя! Хватай! Чья, берем! Еще! Привет. Следопыт. Ставим ставочки. Так, ставочка полтинник. Чего? Начинаем игру, так. Саша, внимательно. Двигаем одну вперед, так другие вперед. Две тоже. Шоколадом пахнет, закусывать не надо. На. Мои мысли, мои, опа! Ой. Практикантка ко мне клеится. Чего, видала она тебя, знаешь где? Ну ладно, ты знаешь, что вчера сказал. Сережа сказала, я ваша. Ты мне наржешься. Наржешься, козел. Ты знаешь, что она сказала? Ну, козла сказала, на крышу затащишь. Пойду. Козла? Он мои мысли, мои искры. Словно искры зажгали. Ой, да ну, чё ты? Да ладно, да. Эй, ты, Саша, не хочешь жить красивой? А ну, лови! Ха! Класс какой, а ты на базаре брал? На базаре? Ух ты, а... Ты чего? Ну больно же, что ж ты делаешь-то? Ха! Ой! Фа! Ты соображаешь, куда бьешь? А что такое, больно что ли? Ах, ухо, ухо! Здоровый опа! Отца родного, а ну иди домой! Ухо! Иди домой! Раковину оторвешь! Я тебе не только раковину оторву! Иди! Thank you.
что, тонешь? Тебе помочь? Да брось, я завтра другие принесу. Это мне? Спасибо. Ты куда? Куда ты? Вернись. Снимай свитер, а то простудишься. Вообще-то я не хотел вам мешать. А ты мне не мешаешь. Только я не заслуживаю такого отношения к себе. Я обычная избалованная девчонка. Вы необычная. Нет, я обычная. Да вы необычная, вы же сами не знаете. Дурачок, ты совсем не представляешь, кто я. А мне кажется, что я знаю. Вы что-то ищете. Ты ходишь на танцы? Ну что, приглашаешь? Садись. Я приду, когда? Сегодня. Хорошо. А хочешь послушать старую-престарую штуку? Держи. Она называется My Love. Опять случилось? Козел! Кто? На крыше школы! Козел! Козел! Интересно, куда туда затащил? Это больные, шастки в бабе, все кусты пообломали. Точно, точно. Ну, тот лысый. Такое не снилось даже к Циолковскому. По-моему, это не место для прогулок больных. Вы не опоздаете к обходу, голубчики? Уход. Наверняка! Наверняка это они! О! Здесь Филипп! Марк, посмотри! Ну, тихо! Так, опа, я пошел. Иди сюда. Опа! Там вас внизу спрашивают. Да, пойдемте, это быстро. Одну секунду, так уйди отсюда. Пойдемте. Ну все, вы зачем? Козла не видели? Мы по классам быстро. Тебя что, не касается? Ну. Так кто меня звал? Это сделал я. Опа. Что сделал? Ну это я затащил козла на крышу. Зачем? Ну как вы уже любите способных на безумство, а? Ты что, ты дурак? Животное! Как тебе не стыдно? Ты опозорил меня перед всей школой!
Тина Кельсерна? Аэробика? Серёж, ты чё? Прекратить! Евдокия Александровна, милая, найдите минуту, потом зайти ко мне. Да-да. Можно войти? О, прошу, прошу вас. Пожалуйста, садитесь. Какой аромат? Угощайтесь. Кофе? Да, спасибо. Говорят, ваш кабинет называют домом, где разбиваются сердца. А. Простите, Евдокия Александровна, но мне кажется, что в разбивании сердец вы преуспели больше. Как вы оцениваете последний инцидент? Ну, а как мне его оценивать? Ограниченный наглый мальчишка. Вы хотите что-то предпринимать? Предпринимать? Ну, дать ход этому делу. Ни в коем случае. Да. Ну что ж, я очень рад, что мы понимаем друг друга. Вы знаете, мне хочется, чтобы в школу пришел домашний уют. Оклеить все обоями. А пока Сергей сложный мальчик. Растет без матери. Знаете, ребенок без женской ласки. Вы знакомы с его отцом? Мне пока хватает младшего. А? Вот как. Ну что же. Боже мой, вы мне кого-то страшно напоминаете. Да? О! Пардон? Это все, я могу идти? Да. И все-таки я попросил бы вас с аэробикой пока повременить. Да. Итак. Итак, дверь, газета, козел. Что происходит в школе? У меня появилась интересная информация. Какая информация? Нужны результаты. Да, не получается из вас агента. Я педагог и прошу это запомнить. Да? У вас все? Нет. У меня появилась информация, что в нашей школе проходит практику дочь Копейкина. Какого такого Копейкина? Того самого прокурора Копейкина. Александр Александрович? Так что? Она? А я все думаю, кого это она мне напоминает? Вы позволите? В таком уединенном месте и одна без охраны. Вы предлагаете свои услуги. Если не возражаете. Простите за любопытство, но что привело сюда вас? Да так, пришла на пляски. Не слишком ли большая честь для них? Спасибо. А вы такой солидный человек. Смею пригласить? А, ну конечно же, в уединенный уголок под журчание струй. Совсем нет. Я хочу показать вам место, достойное вас.
Неужели боитесь, незнакомка? Я? Уверяю вас, здесь гораздо опаснее. А где экипаж? Какой тут мрак? Это и шоколадная комната. Боже, какая дура. Зачем я сюда пришла? Ну, вот мы и пришли. Прошу. Александр, признайтесь, вы, вероятно, думаете, что сейчас вас убьют? Господи, я вас едва узнала. Вы здесь совсем другой. В этой комнате спадают маски и обнажается сущность. Сейчас вы жалеете, что приехали сюда? Напрасно. В нашем мире нет случайных людей. Выпейте. Это необходимая мера, чтобы не возникло желания делиться увиденным. А если я откажусь? Ну, вас же не принуждали ехать сюда, не так ли? Не нарушайте наших правил. Теперь внимание. Скоро начнет действовать напиток. Чтобы остановить его действие, нужно выпить второй, но сначала ответьте на вопрос. Вы видите трон? Он пуст. Хотите быть нашей королевой? Еще есть время, подумайте. А пока в знак уважения к вам примите наш скромный подарок. Как мило. Спасибо. Исполнитель перед вами, Свербеев. Как видите, мастер своего дела. А теперь отвечайте. Вы хотите быть нашей королевой? У вас будет все, власть подчиненная. Отвечайте, быстрее. Время. Отвечайте. Нет. Быстрее отвечайте. Нет. Нет. Увези ее обратно. У тебя спички есть?
Ты чего, Авдеева, кирнула? А у меня есть еще, хочешь? Спасибо, я с удовольствием. Но я человека жду. А ты иди, поняла? А хочешь, я скажу, кого ты ждешь? Спасибо, я знаю. Ну, уйду я, не бойся. Только ты зря ждешь, она же не придет. Не придет, тоже неплохо. Только ты иди. Ну ты же не нужен ей. А практика закончится, и она уедет, понимаешь? А то, что ты себе придумал в голове, это все не так, потому что она совершенно другая. Авдеева, ты у нас самая умная. Ты у нас все знаешь. Ты молодец. Поэтому ты можешь идти. Просто тебя никто не сможет так любить, как я. Ну-ка посмотрим, девочка-блондинка, ну? Опа! Червонец! Ну, палочка, ударь! Кстати! Червонец! Ну, ударь меня! Беги! На! Скажи, чтоб зуб мудрый тебе прорезал! Тихо, на! Уйди отсюда! На! Хватит, чтоб запомнил! Все! Хватит с него, подохни. Ты что здесь делаешь? А ты иди, посмотри. Ничего себе. Зачем это? А? Воруйте! Да мы просто посмотреть залезли! Чего здесь воровать-то? О, я сразу заметил, как ты появился на горизонте, в школе все пошло кувырком. Брехня! Дверь, газета, козел. А теперь вот групповое воровство. Оба... Да ничего мы не брали! Оба марш со мной в учительскую! Ой, девочки!
идут. Червонцев, злостный хулиган! Очухался уголовник! Павликов, боишник и вор! Семакина, неряха и прогульщица! Ой, чушь, страдочка! Павликов на колени! Что кехаешь? Червонцев на колени, мерзавец! Это он подло закрыл дверь школы и сорвал праздник дегустации новой продукции наших дорогих шефов! Успокойся! Слушайте вы ее! Кто бы мог подумать, а? Он не виноват! Это я закрыла, он не виноват! Ребята, девочки! Дайте же звонок! Истеричка! Психопатка! Все! Все испортила! Ты откуда узнал, Шерлок Холмс? Я видел, как вы из окна прыгали. Вот и догадался, что это вы. Дверь закрыли. Только мне кажется, я знаю, где шоколадная комната. Я была там. Пока больше ничего сказать не могу. Не обижайся. Пойдемте, нас ждут. Юль, садись! Оба! Серый, дай конфету. Тема урока – драка червонцев в Свербе. Серый, нехило. Смотри. Опа. Слушай, а ведь ты не червонец, ты ведь трюльник. Да не говори его. А ну, запрянись. Поясняю. Недавно Свербея с дружками зверски сбил червонцева. Я считаю, что нужно поступить по-честному. Свербеев, я жду ответа. Что вы цирк-то устраиваете? Хорошо, пойдем. Куда? Червонец, не ходи. У него же рука больная. Куда? Да идите на фабрику. На пляж. На лучше. Пошли, давай. Пойдем. Юль, иди сюда. Сюда иди. Смотри, люди идут. Давай, за папу алкаша, за маму бопечицу, барёгу сопливую. Ну давай, поехали, за деревянные пряники, чугунные игрушки. Не ну, слушай поехали. Его, червонец. А ну заткнись, дешевка. На! На! А ну лежать. Лежать. На, на, жри. Вот привет. О, опа. Водка. Ну-ка взял. Быстро взял. Ну, лежать. Ну-ка. Никогда. Чё метишь, Авдеева? Нашлась со стула. Ну что, цирк окончен? Вы этого хотели? Уберем. Ах ты гадость такая. Ну, щенок, всё, приплыты. Держи, всё, приплыты. Ну, нет, сюда, давай, ты устроил. Ну, все, маленький. Опа. Ой, ой. Ах,
Вырубаешься больно! Больно! Молодец, Червуня! А ну прекратить! Папаша приехал! Отпусти его! Конец тебе! Ну и встаньте! Встать! Так, в чем дело? Это у нас тема урока, так заткнись. Сынок, ну-ка в машину. Ах, вот она что. Нагулялась? Теперь дуэлями балуешься? Что вы несете? Вы в своем уме? Я возвращаю ваш портрет, милочка. Червонцев, подожди, постой. Это что за вид? Вернись! Сейчас же вернись! О! Ну-ка, свети пленку. Живо, живо! Пленку свети! А ну микрофон включай живо. Да ты чё? Директор же ругаться будет. Включай, а то убью. Ну! Всё! Всё. Свободен! Пошёл вон! Граждане! Это говорю я, Червонец! Слушайте все! Я захватил радио! Спасибо вам, граждане, за то, что вы такие кретины! Над вами издевается Квазиморда! Саша Модный со своей женой заставляют ходить вас в тапочках! Как больных! Таких послушных идиотов я не видел нигде в мире! Граждане, я предлагаю посвистеть! Спасибо, граждане! Я люблю вас! Открой! Настоящие открой! Люди. Они обманули тебя! Я сюда специально приезжала, чтобы побывать в шоколадной комнате. Иди отсюда. Видеть тебя не хочу. Знайте, вас обманывают. Все ваши учебники пропитаны сахаром. Их любят только мухи. И поэтому я прошу вас. Выкиньте все эти паршивые ваши учебники в окно! Бастуют даже комадрилы, когда им плюют в душу! Так не будем же козлами! Наша школа протухла! Нам нужна новая школа с новыми учителями! Долой шайку Саши Модного! Я просил Вишневского! Слушаю, извините. Срочно нужна ваша помощь. В школе бунт. Очень хорошо. Что хорошо? Они подожгут школу. Прекрасно. Пусть поджигают. Освободится место для второй очереди. Вы что, шутите? Отнюдь. С фабрики меньше спросу. Не мы снесли. На иностранцев. А иностранцам? Иностранцам нужна вторая очередь. Вы даже не представляете, как все удачно складывается. Не сомневайтесь, здание сгорит, останется убрать последствия пожара. Алло! 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 Алло, не слышно? Не слышно, перезвоните! Thank you.
младшие классы не забудьте. Младшие классы не забудьте. Ребята, директор здесь. Павликов, ты завтра без родителей в школу не приходи.
хотел этого. Я не этого хотел.